Приобрели лекарств больше, чем на 1 000 000 000 рублей. Льготная категория граждан Алтайского края в полной мере обеспечена необходимыми лекарственными препаратами. Об этом в ходе онлайн-пресс-конференции рассказал Дмитрий Попов, министр здравоохранения региона. На сегодняшний день хотелось бы сказать, что Министерство здравоохранения первоочередно, конечно же, выполняет функции по защите и лекарственному обеспечению льготных категорий граждан лекарственными препаратами, как по федеральной, так и по региональной льготе. Общая сумма финансирования на этот год 1 миллиард 650 миллионов рублей на сегодня составляет. И сегодня хотелось бы сказать, что для льготных категорий у нас лекарственные препараты есть. Рост цен, нехватка лекарств, отсутствие недорогих аналогов в коммерческих аптеках – такие вопросы интересовали жители Алтайского края. Как отметил Дмитрий Попов, часто вопросы решаются в индивидуальном порядке. Лекарства на складах края есть. Если существует проблема, то можно обратиться за помощью в Минздрав Алтайского края. При этом ассортимент лекарств, который представлен в коммерческих аптеках, зависит от собственников аптечных сетей, которые также определяют ценообразование. Однако наценка в коммерческих аптеках на жизненно важные препараты регулируется федеральным министерством, и она не может превышать установленную планку. Если потребители заметили значительное завышение цен, необходимо обращаться в Росздравнадзор, специалисты которого примут необходимые меры.